Всем здоров, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Эфрим Хэндшейк. Что-то связанное с рукопожатиями, как я понял по скриншотам. Я также понял, то, что там мы будем хороводиком ходить, и тут нам говорят, ага, на стрелочке двигаться, и давай, во, давай поздороваемся с вами, да. Мы заразны, мы из туалета только что вышли, руки не мыли, и эта игра, скорее всего, будет показывать развитие различных вот бактерий. То, что, как передаются бактерии, если ты не моешь руки. Мы вот сейчас тут поздоровались, да, и плюс один у нас тоже заразный появился, да. Мало того, что мы были заразны, так теперь еще плюс один у нас. Хорошо. Я видел то, что там огромная такая колбасень может набираться. В нашем паровозике рукопожатие. Вот, давай с вами еще поздоровимся. Какое-то у нас бесконтактное рукопожатие сейчас было. Блин, что-то их носит из стороны в сторону. Так, а мы бежать-то можем или не? Не, мы бежать не можем. Мы только можем на кнопке вот этой вот стрелочки передвигаться. Так, с вами мы тоже поздоровимся. Да, добрый день. Добрый день. А ну-ка, проходите в наш паровозик. Паровозик зараз. Паровозик заразы. Я не знаю, блин, есть ли тут какая-то смысловая нагрузка в этой игре или нету, но скорее всего нет, такс. Вот, давайте с вами тоже поздоровимся. Чё-то, блин, мы все как будто, я не знаю, из качалки вышли, такие вот рамы ходим. Ходим, бродим, со всеми здороваемся. Ну, это скорее всего... Скорее всего, мы из дома давным-давно не выходили, вышли и со всеми соседями, как говорится, из вежливости надо поздороваться. Тем не менее, у нас уже где-то 6 человек. Сейчас будет 7, потому что я... А, не. Вот тут еще один человек. Блин, последний что-то капец как носит. Что-то мне кажется, что тут будет какая-то анархия, когда мы соберем очень много людей. Так, ну чего? Как будто ты пьяный какой-то, а? Чего ты не мог там сзади сейчас стать? Вот еще одного челика сейчас свой кружочек баловства загоним, да? Давай. Здравствуй. Здравствуйте. А ну иди в конец очереди. Но тут у нас хотя бы есть растительность. Тут есть у нас цветы в горшке. И все, больше я не знаю, что есть в этой игре. Ну, кроме как рукопожатий. И как будто бы у нас клонировали наших челиков. Хорошо, пошли. Чё-то мы вверх идем, и все больше, и все. А, я вижу еще одного человека. Сейчас мы с вами поздороваемся. Вот, поздоровались, поздоров... И что? Стоп, я не понял. Какой-то звук идет, и в смысле? А почему у меня черный экран? А. Стоп, чего, блядь? Стоп, чего? Какого мать его фиг. Ну отпусти. Пусти меня. Так, санукас. Не-не-не-не-не. Блин, сумоисты не пропускают, а? Давай, а ну идем. Блин, ладушки. Вот это вот, блин, полоса Мало того, что этим персонажем тяжело управлять, он, блин, я не знаю, как жига, которую все время заносит. А так еще, блин, вот эти вот сумоисты такие, берут тебя в объятия и не отпускают, такие, опа, а куда? Ой, стоп, я куда-то не в ту сторону пошел. Да, я куда-то совсем не в ту сторону пошел и... Так, стоп, опа, дай мне пройти. Так, теперь мы идем сюда. Сюда разгоняемся, адский разгон делаем и оба, давай бежим, нет, ты сука такая, ты что ко мне туда идешь-то, а? тварь, ладушки, тогда сейчас сделаем вот так вот, проходим раз, проходим два, давай, эта сука за мной туда идет-то, а? Ты, блин, сумаистская тварь такая, так, теперь идем мы сейчас вот сюда. Разгоняемся. Теперь вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Также надо сейчас пройти вот все два ряда. Но там, блин, сумоист меня просто он не отпускал. Так. Нет, это жопа. А, не, все, нормально. Так. А, теперь. Нифига себе, там вот приставленными шагами боком пошел. Так, теперь мы идем вот так. Все, мы теперь с вами можем поздороваться. Блин, я не предполагал то, что тут еще какой-то... Во, нам тоже поаплодировали. Е-е-е, разнес заразу, хоть мы и сумоисты какие-то там
бравые пытались тебя защитить, но все равно тот челик к тебе прошел. Мне интересно... А, опять? Типа это заново у нас стартует или что? Э, слышь, ты какого хера? Какого? Э, в смысле? В смысле? Скотина такая. Ладно, я сейчас с этим поздоров... Может, с тобой я хоть поздороваюсь? Да ты охерел? Может быть, надо перегнать его как можно быстрее? Так, давай, идем сюда. Да ты сука! Ты просто сука! Может, с тобой... Да ты срань такая. Я вот сейчас к тебе подойду, ты туда пойдешь, да? Я не понимаю, в смысле... Так. Да, в см... Давай, давай, быстрее, быстрее! Нихера себе, он шаг ускоряет. А, стоп, там еще один остался, там еще один. А? Так, а ну-ка, да ты тварь! Ты просто... Стоп, он останавливается. То есть там просто не дают нам сделать рукопожатие. Какого хрена? В смысле? Как будто мы изгой какой-то этого общества. Общество рукопожатий. А, вот мы проснулись сразу же в костюмчике, и надо с кем-то поздороваться. Хорошо. Если ты, сука, будешь уходить, то... Вот, вот, взяли такую пятюню, друг другу хлопнули, поздоровались, да и все. Я даже не знаю, куда эту игру определять, потому что это вроде как не трэш, это... Это даже... Я даже не знаю, что это... Это не хоррор. Так, стоп, а мы за кого-то тут играем или не? Но тут идет толпа, тут... А, это все? A Frame Handshake. Блин, что-то очень коротенькая игра получилась, но не менее странная. Я не знаю, типа, с чем связана данная игра, потому что в описании... Да что там в описании? Там не было никакого описания у этой игры, типа... Было только название и пару скриншотов. Все, больше ничего не было. Так что, я думаю, то, что на такой вот ноте мы будем заканчивать. Так что, блин, я даже просто не знаю, что говорить еще про эту игру. Просто пожимайте друг другу руки мира. На этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по данной игре или по подобным играм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь эти видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока. И чтобы вас также не преследовал какой-нибудь, я не знаю, сумоист, как вот это вот сейчас сверху пошел. Ладно, всем до скорой встречи и всем пока.